Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И сегодня у нас будет очередная распаковочка. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Всем приятного просмотра. И прежде всего, хочу, чтобы вы мне поставили приветственный лайк. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за поддержку. Вот так все упаковано. Это мне пришла посылка с официального магазина World Pretty. Так, у меня неоднократно уже были обзоры их товаров. Можете посмотреть у меня на канале. Все хорошо упаковано, как всегда. Молодцы. Такую штучку защитную. Так. И смотрим, что тут мне пришло. Так, все так идет в упаковке. Чтобы искать на сайте, нужно ввести номер, код товара 52-366. Так, срок изготовления есть. Когда изготовлен данный продукт, это получается 17.08. На баночке указан состав. Поближе. Кому надо, можно положить на паузу и прочитать. Получается, у нас тут 12 месяцев после вскрытия. Так. Вот такие у меня пришли товары. Сейчас будем с вами открывать. Так, подготовила я свои типсы. Сейчас будем открывать. Это получается мне пришел гель прозрачный. Так, будем сейчас смотреть. Все упаковано в пакетиках еще. Так, смотрим. Что тут заявлено? И будем смотреть, как идет внутри. Так, открыла я уже вот этот пакет. Еще отдельно под пленку идет данный товар. И нужно снять вот эту защитную пленку. Ну, конечно, это плюс. Молодцы, что ничего не пролилось, все на месте. У них очень много новинок вышло. Кстати, это как раз новинка на сайте World Pretty. Не будем смотреть. Первый это идет Клэр. Там есть разные цвета вот этого геля. Так, смотрим. Ну, консистенция такая, как у каучуковой базы. Так тянется, видно. Держит каплю. Наполняемость хорошая. Запаха практически нет. Запах неощутимый. Думаю, что будет удобно работать. Так, как это внутрь? Ну, прозрачный он и есть прозрачный. Сейчас посмотрим другие цвета и сделаем выкраску. Так, это у нас уже цвет под номером 2, код 53782. Так, все указано на баночке. Milk White. Первый был прозрачный, второй идет Milk White. Так, еще нужно открыть. Все, открываем вместе с вами. Это, конечно, распаковка. Как будет распаковка без открытия? Да? Несколько открою без вас, но пока так. Вообще люблю процесс вот этот.
получать посылки, смотреть, так интересно, что там будет идти внутри. Так, ну белый, посмотрим, какой это белый. Вот такая же консистенция. Баночка полная. Сейчас попробуем нанести. Давайте на вот этот голубой цвет. Или что? Вообще мне нужна прозрачная гипса. Нашла я прозрачную гипсу. И сейчас будем с вами наносить. Такой густой. Полупрозрачный. Ну, как бы этот цвет идет милк. Это не белый, это милк. Он и такой должен быть. Легко распределяется. Самовыравнивается. Молочный. Наполняемость хорошая. Запаха нет вообще. Нет вообще запаха. Дальше. Последний — это Soft Pink. Еще раз повторюсь, там были разные цвета. Взяла белый, молочный и Soft Pink. Soft Pink — это идет 3. Получается прозрачный. 1, 2. Белый, Milk White. И 3 Soft Pink. Получается гель для наращивания в баночке. Объем, конечно, небольшой, но комфортно, что сразу идет с кисточкой для укрепления ноготочков, для наращивания. Так, и смотрим нюда, какой идет. Очень красивый, мне нравится. Супер просто цвет. Красота. Soft Nude. И нанесем на гипсу. Посмотрите, как красивый. Как раз для френча. Красивый цвет. Консистенция идет как каучуковая база. Наполняемость такая же. Это получается одна серия гелев для наращивания. Дальше, что тут у нас? Еще у нас есть вот такая классная штучка. 6 в одном. Это получается и гель для типс, и база, и топ, и растекашка. Короче, 6 в одном. И гель для наращивания. Так, открываем. 15 миллилитров, объем большой, открыла уже без вас. Такая консистенция, как у предыдущих, наполняемость хорошая. Вот такая. И нанесем на типсу вот эту голубую в качестве топа. Ну, я думаю, что тут будет с липким слоем, так как получается, что и база, и гель-растекашка, это получается будет идти с липким слоем. Легко наносить, быстро самовыравнивается, побыстрее, нежели гель. Раз, два. Ну, конечно, классная штука, объем большой, как бы получается 6 в 1. Вообще супер, как для себя использовать. Ну, для меня немножко минус, что топ с липким слоем, и нужно еще будет время тратить, чтобы снять липкость. Ну, как база и как гель для наращивания, и также гель для типс, вообще шикарно, сколько как бы функций в одном материале. И еще одна, это новинка, очень классная база,
Рубер База. Мне кажется, что там есть разные цвета. У меня цвет 8, прозрачный. Также объем идет 15 мл. Запаха также нет. Как и в предыдущей гели, так и в этом 6.1 также запаха вообще нет. Так. Вот так идет. Тут получается есть инструкция внутри, что как использовать. Вот. На коробочке вот есть QR-код. Также есть состав. Хочу вам показать поближе. Ну, немножко, к сожалению, отсвечивает. Объем также идет 15 мл. Вот как-то так. Это идет база, рубер, каучуковая база. Баночка. Так, они 2 по 15 мл. Кажется, что это больше выглядит. Ну, тут 15 и тут 15. На ощупь такая поверхность soft touch. Очень приятно. Такие также есть у них гель-лак. Я уже ранее брала. Кто не видел, можете посмотреть у меня на канале. Классный гель-лак. Серия, там огромный выбор цветов. И вот есть еще база у меня. Вот такая. Ну, консистенция также подобная к этому 6:1. Баночка полная-полная. Как видите, хорошо держит форму. Ну, запах немножко есть. Запах есть, слабый запах, если сравнять с предыдущими материалами, запах все же присутствует. Так, вот так она тянется. Действительно каучуковая, не жидкая. Для укрепления ноготочков. Супер просто. Ссылки на все товары будут в описании под видео. Так что смотрите. Ну, запах немножко у базы есть. Не резкий, но есть. Гели вообще. В этой штучке вообще нет запаха. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок и, главное, мира и чистого неба над головой. До новых встреч!